Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Автомобиль является двигателем внутреннего сгорания, товарищи. Автомобиль является также двигателем культуры. Наладим серийное производство советских автомобилей. Железный конь идет на смену крестьянской лошадки. Все на автомобиль, товарищи. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Немного подкрепившись, мы продолжаем наш трудный путь. Покупайте лотерейные билеты «Автодора». Все в «Автодор». Улучшайте дороги. Мерси за прием. Гиб-гиб, ура!